Охуеть. То есть на арчерах, на пулеметарочках, в чем местный косяк, у них резина цельная. Резина. Нихуя, они без камерки типа. Да, и поэтому оно тупо не едет. Ебать. А так, слушай, они прикольные на самом деле. А я, блядь, подумал, типа, а как так-то, блядь, что я вижу по городу достаточно дохуя велогородских велосипедов. Да, ну, это типа... они просто, когда вот раньше работали, у них обновились, и стало что-то другое. Вот здесь заебенел склад небольшой. Ебать, ебать. Это я в гостях у Энтони сервиса. Вот, здравствуйте, это один из лучших веломастеров города. Ну, ты мастишь, конечно, но мы к этому стремимся. Это вот мой. Мы к этому, это он один. Да. Построил, поставил, покатался пару раз. Надо, не знаю, продавать что ли. Но любителей олдскула в городе очень мало. Потому что это стоит дорого и обслуживает тоже очень дорого. И люди просто залупаются отдавать эти деньги на обслуживание старья. Да. Построил, девочка, денег отдала, стоит. На реставрацию отдали. Что хотят, мне сказали, стоит. Ну. Куча всего. Ну это как у этого, у Матвеева тоже, блядь. Отремонтируй, пожалуйста, 5 лет, не знаю, куда деть, нахуй. В конце концов. Отремонтировался и стоит. Да, блядь, продал на металлолом, нахуй. На металлобазу. Да. Ебать, ебать. Ебать. Прикольно. А так там керама, там должен быть один его спецчайка белоснежно-белый под стиль автомобиля чайка. Вот это легендарный, это туалет, он не легендарный. Вот это легендарный Аша. Он был куплен за 5,5 тысяч рублей. Так. Без подготовки проехал Тур Юнайт, это 1200 километров. Ебать. Он весит практически 19 килограмм. Хуеть. Единственное, в чем прикол, когда его покупали, он не работал. Приехали, он также вот не работал. Ага, но проехать это... проехал, блядь. Да, чувак, который приехал, у меня, он сначала приехал ко мне, забрал свои барахло, велика снял, велика шел, сказал, что ну его нахер, просто, вот, чтобы в жизни его глаза не видели. Но при этом чувак проехал больше косаря. Да, ну чувак, он ездил на велике в Новосибирск. Ну, как бы норм. Да. Ну, программисты, они все такие чуть-чуть. Ну, да. Не, я себе позволил только до Выборга доехать. Да, ну... Все-таки я позволил себе все-таки это. Нихуя какой вынос, блядь. Это легендарный тощий мадам Симоновой. Это специально делался вынос, потому что здесь раньше стояла полетарка восьмерка, и монетку было никак не одеть. И поэтому сделана вот такая система. Сейчас это сингл, но валит мама-мама. Ну, типа, ну, в том-то и прикол, блядь, сингл спидов. Что они как будто под спидами, потому что там нечему сопротивляться. Вот как раз таки фраза «сопротивление бесполезно» — это про сингл-спиды. О, ебать, чопперы. Это не чопперы, это круизеры. Если так твоего быть нету. Ну а вот на таких мы ездим «Сосновый Бор». Это, короче, для хайперов, ой, для этих, как его, как называют, блядь, не хайперы, господи, а эти... Хипстеры, для хипстеров ёбаных, блядь. Каких нахер, как раз таки для нормальных мужиков, потому что они нормально катят 20-25, у них бля, прикинь, абсолютно. Вот, ебать, это секс, мне нравится. То есть доехать до Соснового Бора соточку, на них это в принципе норм, это даже у тебя жопа не начинает. Бля, ты кстати не встречал, мне постоянно, блядь, парит мозга. Я хотел бы себе взять нечто подобное, единственный минус это... Сиденье, чтобы сидушка была сзади, как у мотоцикла. Вообще такое реально. Со спинкой? Да. У меня спина же больная. Смотри, сейчас я покажу. Есть прикол, один на рынке, но он ужасен. Да, я, кстати, видел пару вещей, типа на багажник кричешь. Есть вот такие не бери. Бля, ну, это, ну они выглядят как уебки. Тебе ногами некуда, видишь, тут вниз, то есть у тебя будет операция. Да, у тебя как бы и буч будет давить, когда у нас-то проблемы с простатой. Вон, нам-то не повезло родиться с членом. Немножко неудобно. Секундочку, телефон. Алло. Ебать. Да, здорово. Слушай, я сейчас через два буду. Так, подъезжай. Ебать. Секс. Окей, блин. Хорошо, давай так. Пиздатый обитель. Все, давай на связи. Да. Спинка как, смотри, она делается, знаешь, если вот у детских есть эти вот ручки, которые вот держат тебя, везут. Угу. Вот такую же берешь, ставишь на подсидел, загибаешь. Главное сделать невысокую, именно вот маленькую, чтобы копчиком упереться. Спинка, она актуальна только именно вот на посадке более низко, чтобы ты когда давишь от себя, чтобы ты не, угу. не съезжал. На контрейнинг, да, ты давишь вниз, она тебе особо и ни к чему. Не, да. к чему, я, блядь, не, типа я хотел бы себе взять круизер просто по одной причине, что, блядь, контрейник удобно, типа, ездить комфортно в плане ебашить и дурковать. Ну, просто ты сел, ты руки на руки положил. Все, и оно едет. И оно спокойно так же едет. То есть ты не проигрываешь ни в динамике, ни в удобстве, практически ни в чем. То есть для городской езды трех передач хватает за глаза, при этой посадке вообще на ура.
Так, вопрос, где вложики, ебаный рот? Вложики, скоро все будет. Заебал, где вложики, блядь? Мне штатив отдадут, я все начну писать. Да нахуй тебе штатив, ты посмотри, у тебя на потолке, блядь, место, можно везде въебать креплений, нахуй. Просто камеру на этот, на магнит просто приебашил и сниму. Блядь, у тебя есть Матвеев, блядь, у которого можно посмотреть все, где можно куда чего приебашить. У меня есть... У этого, блядь... У меня есть CJ, блядь. Вот смотри, смотри. А нет, это какая-то херня. Так, это типа, блядь, GoPro, блядь, типа. Нет, GoPro где-то оно у меня, оно лежало, заряжалось. А, оно у меня на другом мире. Так, там... вот, это что? Это, блядь... Redmi 5. Это Redmi 5, сука, вот. Где вложики, блядь? Ну, микрофон-то я уже купил. Понятненько. Чех тебе можно сдать-то на ремонт? Все, что на колесиках, весь электротранспорт, велотранспорт, причем можно не только сдать, можно еще и построить. Угу. То есть, потому что востройка наше все. То есть, и спаять, и сварить прям? Как? Пока что сами не варим, но есть кто-то делает на аутсорсе. Понятно. То есть, обычно люди как делают? Сначала варят раму, потом туда делают колеса, а сейчас пошел как? Что хочет, велосипед приходит мне рассказывать, что я хочу, что он хочет. Говорю, окей, все будет, я тебе просто отсылаю там сметы, прайсы, ты говоришь, мне бабки, я делаю. В итоге ты не бегай никуда, получаешь готовый продукт под тебя. Заметьте, там с какой-то доводкой, с примеркой. То есть человеку это тоже удобнее. Плюс, скажем так, вот фары на велосипеды. То есть мало кто их делает вообще, в принципе, не то что по России, в мире. То есть вот, взять фару от трактора, вставить в нее аккумулятор, приделать пульт. И будет все красиво. Бля, ну это секси, да. Ну это такая, это самая простая, то есть это ничего особого. То есть как бы так, пока все в разработке еще, то есть вот из старых, из маячков, что можно сделать из прикольно. Этого. Прикольно. Это тоже здесь будет и рассеиватель, и вся прочая фигня. Угу, угу. Ну это концепт, по крайней мере. Пока. Да, то есть по России это практически никто не делает. Есть чуваки в Америке, пожалуйста, такая фара навык, 240 евро. 240 евро, ну да, нормально, 8. Ой, блядь, рубль 600. Рубль 600, короче, 2,5 примерно. Ну да, где-то 2200, 2100. Ну, блядь, ну да, дороговато. А, в смысле 2200? 12200, ебаный рот. Я вот, допустим, вот это у меня уходит за пятерик. Там внутри честных 5 ампер-часов. Аккумулятор, она заряжается от USB. Ты спокойно сел, у тебя пауэрбанк подоткнулся, поехал дальше. Можно сделать, чтобы заряжалось там от динамки. Вот можно в ней. Да, серьезно? Да, можно сделать, чтобы от динамки втулки она еще подзаряжалась. Можно сделать в ней пауэрбанк. Можно там 20 часов запихать. Да, прикольно. Туда можно запихать все, что угодно. Можно там музыку туда запихать. Не вопрос, у тебя будет все в одном. То есть сейчас вот есть, скоро один человек заказал, то есть из старой ураловской фары. Блин. Здесь будет у него спидометр велосипедный, сюда встраивается GBX, разумеется, она будет полностью потрошиться. Это который чардж, да? Ну, да, типа флип. Чардж? Ну, флип. А, флип, понял. Она поменьше, она поудобнее. То есть она будет быстро встраиваться, она также будет светить, это будет просто все в одном. То есть у тебя пауэрбанк, фара, музяйка, спидометр, всякая прочая дичь. Понятно. То есть, да, это будет стоить, ну... Без колонки там отдельно, ну где-то рублей 6, плюс колонка там. Ну, блядь, пятерка. Ну это такая охуенная, достаточно да. Творческая работа, оно того стоит, ебать. По деньгам как бы нет вопросов. Да. А так, то есть для творчества вот все оно собирается не вписано, чтобы многие типа, вот у меня там был велосипед, у меня от него осталась там педалька, сделайте мне из нее пепельницу. Да пожалуйста. То есть там сделать часы там из тормозного диска и там. Охуеть. Ну, это очень папа, подсвечник и звездочек. Просто фантазии-то много, просто мало кто. Готов за это платить. Да. То есть поэтому это больше идет как бы пока что на сувениры, на какие-то призы, на конкурсы, и это в принципе расходно. Слушай, а к тебе можно, например, обратиться, если кто-то захочет выбрать себе велосипед, например, там на Авито или на Юле, и тебя попросить там, конечно, не за бесплатно, приехать и протестить его, посмотреть? Не, без проблем, это можно, но давайте забывать, что время стоит денег. Не, ну нет, я понимаю, что не бесплатно, ну там сколько, ну наверное, ну тысяч на полторы, наверное, за выезд. Ну смотри, да? В этом году был такой опыт, то есть два велика с народом съездили, посмотрели, по один поют, другой там по барахолке. То есть мы сделали как, мы их купили, я его забираю сразу на ТО, делаю там ТО за отдельную денежку, и уже свою гарантию на это ТО. Плюс вот нулевое ТО, поэтому человек покупает велосипед в магазине, в идеале, если в коробке они собраны. Тоже привозят, я беру за это 2000, что я за сборку из коробки это полторы,
за переборку две. Но опять-таки я даю все плюс со свою гарантию. Не, потому я... что из магазина это такое-то решать бывает. Не, я к тому, что, например, ну вот есть условный, блядь, Витя, который условно хочет купить себе карбоновый, ну не карбоновый, например, просто хочет себе купить сиклохрось. Да. Вот, ну, сиклохрось, смотри, да. Может быть, какой вариант? Он мне говорит, вот то, что он хочет, я ему это подбираю. Либо, говорит, бюджет какой у него есть. Я подбираю этот бюджет. Угу. Если человек больше требований, тем мне проще подобрать. Потому что да. Я хочу его успеть. Какой? Ну, ТЗ, короче. Какой чипс? Красный. И сиди, блядь. Да, тупи. Ебать, и сиди тупи, да. Главное, чтобы был красивый, блядь, а там уже с основной хуйня. То есть, как бы, я мог, человек могу, то есть, посмотреть, сказать его степень износа, как и перспективы, и примерно вот рыночную стоимость в этом состоянии. Да, человек может сам уже думать, либо торговаться, либо покупать, либо нет. То есть я не могу сказать, что нет, не бери это говно. Я просто я обрисовываю всю картину, стоит ли или нет. А ты занимаешься такими там заказами, типа там с chain reaction или еще что-нибудь? Я вписываешься лично, в подобное? Я лично нет, просто есть куча людей, которые занимаются этим лучше, чем я. Угу. То есть мне проще не то, чтобы быть посредником, я просто что-то кому-то надо, я говорю, вот тебе к нему. Вот с чайника к нему, там, с байк дискаунта к нему. То есть, пожалуйста. А то, что сейчас не возят шаманы через чайник, это бред, все возится. Все, это все есть обходы, это все нормально. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. То есть, поскольку я этим не занялся вот вовремя, у меня такой базы нет. Нарабатывать ее сейчас, то есть нужно сначала заказывать самому. Да слушай, у тебя и так дохуя всего, что можно, да. Блядь, себе придумать, зачем тебе еще куда-то лезть, если да. И так, блядь, заказывать. Как бы, где мне закупаться по моим думам есть, то есть практически в любом магазине города мою рожу знают. Угу. Скидки есть почти везде, поэтому многие мастерские, они как делают, у кого такого нету, они покупают в магазине по рознице, накидывают со свое и продают уже больше, а я могу продавать также по цене магазина. Бля, прикольно. Потому что, грубо говоря, на российский магазин это тоже время и деньги. То есть, угу. Я могу сказать человеку, что можешь сам не покупать, я съезжу куплю, просто я беру ту разницу, то, что скидка, я считаю, что это по-честному. Ну, да. Человек с этого не теряет ничего абсолютно. Но зато полностью уверен, что все будет заебись. Да. Но опять же, как минимум, я говорю, что это действительно надежный тип, с которым я в принципе жил, блядь, и снимал жилье, могу сказать, что он, сука, в принципе надежный, так что да. Вопросов быть да, не может. Да, и до сих пор жив, конечно, он привык. О, кстати, да, про твой просто неостимпанкт, да, велосипед, вот, очень известный среди очень узких кругов. Да. Народа, блядь. Я на нем судне уже накатал больше 15-ки. Только хотел сказать, наверное, пятнахи. Да. Аккумулятор уже умирает, наконец-таки я обновился ватт-метром. Ух, нихуя себе. Ну, а опять же, тут ампер, наверное, 40-50. Здесь 35 ампер он вливает в мотор по 30 вольт. То есть что-то, ну придется в рубашке тоже. Смотришь, мне даже только свет лежит по амперу 20 ватт. Ну, ебать, ну еще бы, конечно. Ну, а типа, так тут и фара тут, извините меня. Ну, она хотя бы светит. Ну, самое главное, это не то, что она светит, а то, что она не слепит. Потому вот, как вот. Всякие уёбки, блядь, ксеноновые. За это я не вижу тех, кто покупает народные фары. Потому что блядь, за них просто, сука, пиздить надо. Едет уёбок, блядь. А ещё когда с тробоскопом. Вообще, сука, я бы, блядь, пиздил бы каждого, нахуй, ебана, который, блядь, едет, сука, и моргает во все стороны своим уёбищным китайским говном, блядь. Поэтому мне сейчас, так бомбит. Сейчас я собираю такую штуку, мне отдали старые фары, вот мотика BMW, там биксеноновая, вот линза под биксенон. Хорошая линза. Так. Сейчас скоро прилетит 20-ваттный светодиод и монуть стробу под него. А, это чтобы пидоров наказывать. Нет, там будет луч, но он будет немножечко пошире. То есть раза три глазки мама моргнула воду с сетеватами да, успокойся, уёбок, по леду. Я думаю, что это будет... Можно и водителя наказать, видимо, и велосипедиста. И мотоциклиста, наверное. Да, потому что как бы ночью стробоскоп не нужен. Стробоскоп, я согласен, днем. Днем, да. Как бы, днем он не слепит, и он заметен днем. А ночью просто включи фару. Товарищ велосипедист, который ездит с стробоскопом ночью, ты мудло. Ты уёбок, сука, и тебя надо пиздить, блядь. Да. А, вот, короче. А, итак, еще мы начали собирать аккумуляторы для электротранспорта. Для электротранспорта электроаккумулятор. Заебись. Да. Итак, давай подведем коротенький итог. Давай. Если ты ездишь на двухколесном чем угодно. Трехколесном. Ролики, самокаты, борды, все что угодно, с моторчиком или без. Можно прийти сюда, отремонтировать, переделать, доделать, разделать, наделать. Из любого вашего велосипеда, который вам больше не нужен, мы можем сделать брелочек, чехольчик и пепельницу. Да, блядь, красиво. Хорошо. Короче,
Местечко находится на Грибоедова 74. Но возможно к сезону мы переедем как-то в более интересное место с более удобным местоположением, чтобы нас было видно с улицы, а не искать. Короче, это не реклама, это действительно тип, которому просто залетел в гости. Мне за это нихуя не заплатили, но все ссылки на Тоху, на его место и вообще любые подобные ссылочки останутся неподобные, подробные или полезные, останутся в описании, там вы сможете перейти, если у вас есть велосипедизация головного мозга или вообще двухколесность вашего тела, пожалуйста, переходите. Все, что нужно будет, он обязательно сделает, а все, что вам не нужно, но вы очень это хотите, спросить у него, как это сделать и сколько это будет стоить, и, скорее всего, что он это сделает. Да. Не забывайте, что бензин опять подорожал, проезд дорожает, поэтому ему списано все больше и больше. Это как врач, нужно искать не свою поликлинику, а доктор, то же самое и здесь, не мастерскую, а мастера. А также не забудьте, что с данного года любому алкорайдеру, который захочет прибахнуть на велосипеде, будет грозить штраф до 25 тысяч рублей и лишение велосипеда. Так что ибо нехуй. Потому что именно из-за вас, сраные алкорайдеры, наши, блядь, дорожные права для велосипедов, блядь, усугубили 3 раза за 1 год. Спасибо огромное. Да. На этом все. Удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Успехов. Пока-пока.